Привет, друзья, подписчики мои! Ну, наконец-то, Turbo Valtrek V3 уже здесь. Посмотрим, полапаем, оценим. А кто мне положил под елочку? Да мои хорошие друзья из магазина Colobox Toys, где вы можете найти оригинальную продукцию компании Hasbro. Посмотри, много всего интересного. Вот, есть по ценам нормально, подешевле, чем в Мексиком мире, поэтому прямо сейчас ссылка в описании, ребят, переходи, заказывай, чем для души. Ребят, классный, colobox.ru. Помимо Блэйда, там еще у ребят, кстати, есть другие игрушки, там у Лолы, и Скричера, много всего интересного. А мы сегодня посмотрим Valtrek, который называется Turbo... А, ссылка в описании, ребят, ссылочка в описании. Turbo Valtrek V. 3. Я же сказал, что к Новому году получу его. Вот, наконец-то дождался. Ждать было уже нельзя, уже просто. Вот, и уже вот сейчас в ближайшее время выйдут остальные мои новинки. Если вы следите за моим инстаграмом, моим ВКонтакте, сообщество, вкладку у меня есть в Ютубе, мои сторисы в Ютубе. Внезапно для меня они собирают по 30 тысяч просмотров. Представляешь, что? Я расскажу секрет, кстати. Просто я не знаю, почему подписчик мне отображается. Но сторисы, вот которые, да, ну, на иконку клацаешь на блогера, и там сторис какой-то видишь. Собирают по 30 тысяч просмотров. 30, тут 40 тысяч у меня было, 50 не было, что-то 30, 41, по-моему, была тысяча. Но они всего неделю хранятся, потом удаляются. Я такие вещи не особо люблю, но вот такое есть. Прикольная тема, мне нравится, интересно, можно пользоваться. 30 тысяч собирают, я ролик уже 10 минут стараюсь записываю, креативлю, покупаю новиночки, блин. А сторис собирают больше. Ладно, неважно. А вот такой Switch Strike, Chozet Valkyria. Будем открывать, смотреть Turbo Valtrek V3. У нас тут по силе атака на 15. Слушай, а это же получается слингшок, да? Кстати, мне по поводу Turbo Sprizen'а. У меня вот, кстати, есть Turbo Achilles и Turbo Sprizen. Написали, что защита и режим типа слингшок. Странно у Саламандры, потому что меняет защита, атака есть. И есть еще атака слингшок, защита слингшок. Но у Sprizen'а, видать, типа только защита. Ну ладно. А, это у нас Turbo Valtrek V3. Великолепный бей. У него атака 15, я впервые такое вижу, обалдеть. Вес 6, агилити 4, стамина 0, защита 0, бёрст 5. То есть, я впервые вижу такие показатели, для меня даже это странно. Он атакующий тип, все понятно. Защита 0, стамина 0. А такое было у кого, по-моему, такого не... Ну, чтобы так... И еще атака, главное, 15. Обалдеть. Пиши в комментариях, что по этому поводу будешь. Открываем. Ой, стой. До меня только что дошло. Подожди, до меня только что дошло. Сейчас, секунду. Я могу, конечно, ошибаться. Сейчас, секунду. Сейчас я наберу Turbo Achilles Hasbro. Вот. Вот мой ролик. Вот он. Давайте его посмотрим. Такс. О! Кстати, Achilles Hasbro, мне тоже ребята из Колобка, то есть вам не видно, тоже мне ребята присылали. Да, смотри, у него зеленая пускачка. Зеленая пускачка, подожди. А Turbo Sprizen? Turbo Sprizen Hasbro. Тоже, смотри, видишь, зеленая была пускачка, ребята. А как же быть, а что же делать? Интересно. А у Valtrek положили белую пускачку. А как так? Только что заметил. Слушай, ну это... Это хорошо, потому что я фанат белой пускачки. Но это странно, потому что это как бы серия Turbo, же ничего не изменилось. Подожди, а ну-ка. Слушай, а у Deadheads-то тоже белая пускачка. Серьезно? Серьезно? А почему так долго не было их, это самое, в магазинах? Ну ладно, давайте открывать. И да, есть инструкция, понятно, и сразу глобальный минус Hasbro, я надеюсь, они его пофиксят, хотя, конечно, нет, но вот эти вот открывашечки, это, конечно, жесть. Давайте достанем пускатель. Так, мне главное их сейчас сразу все собрать, иначе потом я этого просто не сделаю. Вот эту штуку многие резиночку не снимают. Вот, так, все, пускачка годится. Слушай, белая мне даже больше нравится, чем зеленая. Вы знаете мою, что это я фанат белых пускачек. Аккуратненько сейчас мы срежем у Valtrek его мордашку. Где вот это? Я его потерял. Где эта штука? Где вот это? Три же, да? Потом после ролика хожу их собираю, эти ужасные штуки-заклепки. Так. У меня там время уже много, а у меня там сверху бегают детишки. Детишечки. Не мои.
Мои бы так не бегали в 11 часов. А я поэтому ору в роликах. Еще ничего нет 11. У них еще есть полчаса, чтобы побегать. Сейчас я пойду разбираться. Так, ну я шучу, конечно, не пойду. Делать еще ничего больше. Я лучше после заварю чайку и буду снимать ролики дальше. А если буду сказать, что я ору, да? А вы там топаете. Короче. Вот такой драйвер, забавный, пластиковый, он не будет стираться, ну, как оригинал, так Ротоми, но все равно, мне кажется, поломается однозначно, потому что они вот уже какие-то маленькие, но вот такие. Диск легче, чем оригинал, и здесь белых вставок нету, это странно, необычно, потому что подделки, они постоянно вылетали, а в Hasbro их просто забили на них. И сам Вольтерьек вот такой классный, симпатичный, мне очень нравится. Да, он без металла в верхнем слое, но, по крайней мере, вот его QR-код, кстати. И у него вот эти крылья забавные, лопасти интересные. В принципе, не так все и плохо. Не так все и плохо. А как он будет биться? Сейчас мы это узнаем. Ну, конечно, против кого буду сражать? Конечно, против Чо Зет. Ну, камон, я против другого не могу сражать его. Поехали, чё? Чё делать? Фри, чу! Не поняла. Не поняла, почему так? Странно. 3, 2, 1, go, shoot! Burst! Но я все равно немножко не понимаю, почему пускалка белая. Это не минус, это для кого-то плюс, но, ну, для меня, в частности, выбивание с ринга. Открыли и закрыли, кстати, было. Вот, но я не понимаю, почему она белая. Серьезно. Так, Титан Спрайзен победил. Бейблейд сейчас посильнее. Burst! Я спускал их Hasbro, выжимаю последние соки. Так... Вау! Взрывной финиш. Ну да, там же написали, что он взрывается. Но это Спрайзен Титан. Хорошо. Дальше будет... Но очень... Слушай, очень легко ходят у него защелки. У Спрайзена они ходят как-то... Не могу даже это. Потуже. Ахиллес. Вот сейчас будет очень интересно. Я... Такая Ротоми, когда первая выпустила серию. Причем, кстати, я думаю, символично. У меня Вольтерьек, один из первых Такая Ротоми вообще боев, появился как раз аккурат в декабре или, по-моему, уже в январе. В начале января, по-моему, или в конце декабря. Да, долго ждал, полтора месяца его ждал. Проиграл с Мария Ахиллесу. Слабенький. Полтора месяца ждал его с Алиэкспресса. Очень долго ко мне шел, прям невозможно долго и заказывал. За 2 с чем-то я его там безумие... Вот, ну там типа праздники, почта, все дела. Китайские Новые годы и прочее. А, или, по-моему, набор со Спрайзен как раз-таки меня дошел вовремя. Ну, в общем, в это время как-то Волтрайк и появился у меня. О, а теперь выиграл Волтрайк. Непонятный бы. Вот, и я на него тогда ругался, что он такой-сякой. Вот, но потом я же сказал, что это мое мнение. Я там где-то косяки увидел, мне не понравились. Зитрон, к чему-то я хотел это рассказать, к тому, что в это время пришел мне Вольтерьек, забыл, а, вот, я вспомнил, и, короче, очень много было жалоб на то, что Stop Burst System нам не надо, ну, не от меня, в смысле, а от фанатов, что это какая-то фигня, смысл Блейда во взрыве, и они эту фишку убрали. И с одной стороны, хорошо, наверное, но гача не совсем хорошо. А вот сейчас так держу в руках вот эти три волчка, особенно Hasbro. И ты знаешь, классная была линейка. Я бы хотела увидеть такого же Stop Burst System у Арчера Геркулеса, например. Ну вот смотри, мне кажется, Фарнеусу, у него бы открывалось, допустим, 10-4 крыла побольше было бы. Потому что маленький, но не солидный. То есть смотри, вышел, допустим, Вольтерьек. И Вольтерьек на фоне, скажем, Феникса, он грустный. Выпускается Чо Зет, а теперь Феникс на фоне Чо Зета грустный. Хотя у Hasbro, кстати, нормально оба смотрятся, а не волчка. Но все равно видно, что сам слой-то побольше у Вольтерьека, чем здесь-то потоньше. Вот, не солидно. Дальше какой-нибудь Ахиллес на фоне Гаруды, да? Ой, где он? Гаруды. Да даже Геркулес по фишкам превозмогает... Ахиллес. Вот, поэтому, наверное, я бы хотел увидеть несколько волчков, штук 5 бы сделали, чтобы было, что за это, было бы, мне кажется, круче. Вот, по волчку, красивый, безусловно, да, атакующий, да, слабенький, да, взрывается, но что поделать, это Вольтерьек, вот такой бы был и, друзья мои, зато нет наклеек. Нет наклеек, годная пускалка, это плюс однозначно. Плюс, я, плюс по металлу, у него нет металла, красиво покрасили, годится, наклейки у меня отрываются, у меня к оригиналу была претензия, что у него отрываются наклейки, что металл пачкается, вот тут нормально. И
диск у него, смотри, как блестит. Посмотри, блестит на солнышке, а? А мне говорили, что вот, такого не бывает. Вот, у Хазарда почему-то блестит. Вот. Ну, а так, конечно, очень слабо. И даже Ахиллес... Хотя Ахиллес там тоже ничья. А вот сейчас, кстати, закрывается. Мне кажется... Да, слушай, вот смотри, как этот ходит, да, вот Ахиллес, смотри. Вот, тоже там подвисает, но попроще. А здесь, конечно, ну-ка. Прям слышно, да? Вот, слушай. А этот? Вот тоже, ну, тут, не знаю, одинаковые, наверное, скорее всего, но прикольные, в любом случае, оба. На этом всем все. Подписывайтесь на канал, с вами был чудовищный Угомор. Спасибо огромное, что подписался на канал. Всем пока-пока, до встречи, до свидания.